Доброго дня, шановні телеглядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». І сьогодні ми будемо говорити про сучасну бібліотеку як заклад для культурного дозвілля всієї сім'ї. І в першу чергу для дітей. У нас в студії чарівні гості пані Олена Бойко, провідний спеціаліст відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки для дітей імені Віті Хоменка і Шури Кобера, і Таїсія Белібова, завідуюча відділом обслуговування бібліотеки імені Шури Кобера і Віті Хоменка. Я рада вітати вас, пані, в нашій студії. Багато цікавих матеріалів ви принесли, ми обов'язково про все це поговоримо. А на початку все ж таки хотілося б сказати, надати вам можливість представити свою бібліотеку. Бібліотека сьогодні – це що? Ну, библиотека сегодня – это совершенно современная, наверное, структура, потому что надо, чтобы ушли понятия о том, что, а что, в библиотеку еще кто-то ходит? Да, ходят, и очень много. Сегодня можно прийти в библиотеку и попасть на мастер-класс, попасть на какое-то мероприятие, попасть на художественную выставку, взять книгу по своему увлечению или даже взять какую-то информацию. Библиотеки сегодня – это центры, семейного чтения, это информационные центры, это досуговые центры. И мы рады, что кроме нашей центральной библиотеки, у нас еще 10 наших библиотек-филиалов, детских библиотек, которые расположены в разных микрорайонах нашего города. У нас при библиотеках работает 4 центра свободного доступа к интернету, у нас интернет-залы. И кроме того, у нас есть также центр «Окно в Америку» для будущих лидеров при посольстве США. Он создан. И я хочу всех пригласить в библиотеки, потому что библиотека сегодня досуговый центр. У нас очень много клубов, кружков по интересам, много интересных мероприятий, которые вы можете посетить. Давайте, чтобы мы не были зараз голослівними, запропонуємо нашим глядачам декілька фотографій, такий ілюстративний відеоряд, а потім ми їх прокоментуємо і обов'язково про кожен напрямок вашої діяльності ми поговоримо окремо. Будь ласка. Це зустріч, наскільки я бачу, в центрі реабілітації була, да, так? Да. Це такий куточок у бібліотеці? Да, это такой специальный куточек, где могут прийти и девчонки, и мальчишки поиграть в футбол. Это у нас такой релакс-куточек, да. Получается мяч, где можно сидеть не только с книгой, но Хэллоуин и с ваше святкували. Это, да, это у нас Хэллоуин, тематические наши вечеринки, которые мы проводим для наших читателей. Зараз, я думаю, за кілька секунд кадр зміниться. Ага. Это Новый год в библиотеке, потому что мы проводим утренники, тоже различные вечеринки для детей старшего возраста. Тут я бачу різного віку, да, дітки, да. На фото є. Ага. Это у нас на младшем отделе, отдел семейного чтения, где вот такой тоже есть уголок для родителей, для детей, с таким вот прекрасным букхаусом. Це, бачу, теж був захід, зустріч з Анною Атлановою. Да, встреча с Анной Атлановой, это у нас в рамках нашего клуба арт-формата, о котором я немножко позже расскажу. Тобто представники сучасної культури так само... Приходят, да, до вас, да, гости. Да. О, а це взагалі що? Это у нас клуб для людей пожилого возраста, как мы говорим, для почтенного, золотой век. Это у нас был мастер-класс пасхальный, мы делали декупаж вот пасхальных яиц. Угу. Надзвичайно. Так что у нас можно и правда для всех категорий читателей есть. Ага. Это у нас кулинарный мастер-класс, у нас есть кружок для девчонок, стильные штучки, мы проводили вот такой вот кулинарный мастер-класс. Что это вы готовили? Творожный, это у нас был пирог, ну все хотели поучаствовать и правильно попробовать сделать тесто, поэтому у нас даже один мальчик там был, брат, который пришел с сестрой. Надзвичайно. Да, и всем очень нравилось попробовать. Это у нас встреча, презентация Инессы Завьяловой и ее книги «Ароматы снадобья». Эта книга вот издана в 2016 году, так что вот могут все прийти в библиотеку и познакомиться, взять ее. Это уже... Це взагалі доторкнутись до дива. Ось вона книга, і ось вона, да, авторка. І вот настоящий писатель. Які малятка, да, входять до вас? Это у нас сімейний наш клуб «Бібліокрошка». У нас є такий проект «Бібліоковоркінг», «Fly Family». І вот в рамках этого у нас такой вот есть клуб для самых маленьких наших читателей.
И вот мы тоже занимаемся творчеством. Аппликация макаронами, да, в данном случае. Это у нас наш творческий тоже наш кружок, творческая лаборатория «Пчелка». Мы занимаемся прикладным искусством здесь. И вот мы готовимся ко Дню Святого Валентина, который вот будем праздновать с вами в воскресенье. И мы делали вот такие валентинки для родителей, для любимых. Надзвичайно, що ж... Такі дуже показові фотографії. Ми бачимо, що і наймолодші читачі, відвідувачі мають чим зайнятися. І дівчаткам є чим зайнятися. І хлопці для відпочинку у футбол можуть пограти. І найстаршим жінкам теж ви пропонуєте можливість відпочити, поспілкуватися. І ще один пункт. Ми не побачили фотографії з цього пункту, але ми бачимо тут досить багато книжок англійською мовою. І про центр у вікно у Європу, в Америку ви вже сказали. Що це за центр, пані Олено? Я прошу вас розповісти, щоб наші люди чи називається «Окно в Америку для будущих лідерів». Не в каждом городе есть такой центр, это где-то 5 или 6 городов Украины, где есть именно для детей, потому что в основном все центры направлены на взрослых, и в каждом области в библиотеках есть центры для взрослых. У нас, нам повезло, вот у нас в Херсоне, у наших соседей тоже есть такой центр. Он единственный в городе в нашем, и он направлен на то, чтобы популяризировать историю, географию, традиции США, то есть предоставлять информацию об учебе, о различных интересных каких-то праздниках, исторических событиях, которые в США проходят. То есть это для того, чтобы дети как бы больше узнавали о другой стране, стране, скажем, которой мы дружим. И для этого у нас очень много всего есть, вот такие вот интересные книги и для самых маленьких. Вот, зараз видите, мы попросим нашего шановного оператора навіть показать трохи крупніше. Така книга «Панорама 3D» англійською мовою, «Попелюшка». И малюки, напевно, выявляют великий интерес. Очень любят. У нас в рамках этого центра целая, скажем, такая... услуга «Букмобиль» называется. То есть мы берем вот такие интересные книги любой, в принципе, тематики, не только 3D, у нас там и по природе, и по космосу. То есть очень много литературы красочной, яркой, красивой. Мы берем эти книжечки, идем к ребятам, идем в школы, идем в школу-интернат номер 3, в центр Надию, в садики, которые рядом в районе расположены. И мы не просто им рассказываем про эти книги, мы готовим мероприятия, допустим, по определенному автору или теме. Мы не только про книги рассказываем, но показываем какое-то видео, что-то рассказываем, играем с детьми, и детям очень нравится. И поэтому это как бы способствует популяризации этой литературы, дети приходят к нам. И... Всю эту англомовную литературу вы отримуете в рамках співпраці с посольством США в Украине. То есть они нам предоставляют эту литературу. Часть литературы есть на абонементе, часть в читальном зале. И получается, что у нас центр как бы имеет уголок небольшой на каждом отделе библиотеки. Для младшего возраста вы видели, были на фотографиях там букхаус у нас, и такая зона релакса. На старшем это вот эта игра настольная и кресло в виде шара, где они могут тоже взять книгу американского писателя. Там у нас в данном случае выставлены на украинском некоторые книги, которые могут просто взять книжечку, сесть в кресле, почитать от всего мира, отдохнуть, просто почитать в удобном в кресле, скажем так. Ну и тут мы бачимо взагалі дуже такі різні книги, просто гарні ілюстровані видання. Книга-подушка навіть для маля, так? Книга-подушка, они очень, эти книги уникальные тем, что именно они из Америки. Это нам прислали именно с Америки эти книги, вот как 3D-книга. У нас их буквально 8 книг разной тематики. Это и «Страна Оз», и «Супергерои» для мальчишек. Они очень это любят. И «Алиса в стране чудес». И вот книга-подушка очень интересна тем, что это книга-игрушка. Что можно, для наймолодших. Да, для самых доступна. Маленьких, что можно взять и разыграть такой мини-спектакль даже с помощью нее. Потому что Мишка не хочет ложиться спать, и там с ним мама и кушает,
носит и одевает его. И он, каждая страничка это такой вот мини-спектакль для ребенка. Тобто мама може і самостійно з малятком прийти, конечно, до вас, да, провести час, або провести старшу дитину, і поки вона займається, малечі теж буде знайдено заняття. Конечно. У нас музикальні книги, вони озвучені. Можна на англійському язикі вместе з книгою і пісеньку попіти, і, кроме того, і изучать англійський язик. Ну вот еще Елена не сказала, что мы сотрудничаем в рамках центра. У нас такой уникальный, что мы сотрудничаем с Рацадовской средней школой. Мы выезжаем за город. Хотя вы миська в библиотеке. Да, да, мы выезжаем за город, или ребята приезжают к нам, и они ставят спектакли свои, они готовятся. Вот если у нас тема там писатели США, они готовятся к этой теме. Они разыгрывают спектакли, они придумывают вопросы, делают презентации, и все на английском языке, это у нас именно проходит в библиотеке. Пані Олена, як давно цей клуб? Називається тінейджер-клуб, я извиняюсь, что я перебила. Да. Як давно цей центр функціонує? Этот центр уже 10 лет. То есть мы отметили юбилей, отметили десятилетие, и вот с самого начала создания этого центра у нас существует именно вот этот тінейджер-клуб. И уже стали подтягиваться другие школы, потому что мы сотрудничаем сейчас уже с 53-й школой, которая начала ходить. То есть это как бы вторая группа тінейджер-клуба. 22-я к нам иногда приезжает на такие мероприятия, в основном как по праздникам, там День Благодарения, Рождество, то есть то, что им близко, они изучают, и ребята как бы уникальный опыт имеют такой, чтобы не только узнать про праздник, что-то посмотреть, потому что у нас есть интерактивная доска, телевизор, и все это в библиотеке есть, это очень интересно всегда мероприятие. Если 10 лет функционирует центр, то найперші відвідувачі його, вони вже виросли, вони вже дорослі. Вони якось продовжують спілкуватися з вами, можливо, хтось із них поїхав в Америку, чи Англію, чи іншу англомовну країну, і їм стало нагоді ці заняття, ці зустрічі? Ну, поки що учаться тільки в інститутах, от десь перший-второй курс. То есть, еще... Але багато з них обрали собі як фах англійську філологію або там дипломатію, припустимо. Ну, я вот знаю одну-дві дівчатки буквально, які уїхали вчитися в Росію. В Москві вони вчаться, і їм англійський дуже пригодився, як би. Ну, власне, ми можемо розуміти, що і старшокласникам сьогодні стає у нагоді такий центр. Все ж таки і інформація доступна, конечно, і англомовні такі гарні видання, вони теж дуже доречні. Так. Скажіть, будь ласка, от ці клуби, про які ви говорили, клуби дозвілля від наймолодших до найстарших. Одразу ж, я думаю, що зараз у багатьох батьків, хто нас дивиться, постає питання. Заняття в них платні? Ні, заняття всі безплатні. Ми, як бібліотекарі, самі проводять заняття, так ми приглашаємо волонтерів, наших ніколаївських майстерів, які проводять різні майстер-класи. Я хочу сказати, що в бібліотекі, дітські бібліотеки, вони абсолютно безплатні. У нас нету, не надо платить при записи, не надо платить ни за какие книги. У нас все абсолютно бесплатно. Даже центры доступа к интернету у нас тоже все бесплатные. Тобто головне було би бажання. Желание прийти и заниматься, и что-то посещать клуб или кружок по интересам. І якщо говорити про саме клуб як сімейного дозвілля, ми про це говорили на початку, то, звичайно, хочеться зробити його якомога повнішим, якомога таким різноманітнішим. Чи є у вас практика вивчення досвіду інших регіонів, наприклад, або навіть інших країн? Були можливості спілкування? Ну, у мене була можливість поїздки в Польщу і знайомства з бібліотеками Жешова, это польский город, нам показывали публичные библиотеки и показывали детские библиотеки. Конечно, очень интересно, потому что там абсолютно все оцифровано. Можно, ты платишь деньги, тебе или на флешку могут сбросить, или в электронном виде это все прислать. Детские библиотеки, я не скажу, чтобы наши детские библиотеки уступали. Да, у них больше может быть возможностей, каких-то грантов и проектов, чем у детских библиотек, но наши библиотеки тоже очень современная. Недаром говорят, что Николаев это колыбель библиотек, да, и у нас самые лучшие в Украине именно детские библиотеки, и находятся они именно в Николаеве. Мы не будем, так сказать, скромничать. Тобто, вы запрошивали до себя теж коллег из других регионов, чтобы они вивчали? Да, они приезжали у нас в прошлом году, вот у нас со Львова приезжали коллеги из Полтавы, мы делились опытом, и вот тоже я была во Львове, во львовских библиотеках, тоже
тоже прекрасные библиотеки детские, что тоже можно позаимствовать какой-то опыт у них работе, потому что все-таки Львов более такой европейский город, и ну, работа очень интересная. Да, мы что-то перенимаем. И чем вы сделаетесь на взаимном? Да, и делимся тоже, и поэтому есть такой контакт с другими библиотеками. Трохи докладніше хотілося поговорити про ось ці клуби дозвілля для наймолодших. Як називається клуб? Ну, у нас... Як там побудована програма? Я не можу сказати програма навчання, або програма відвідувань, взагалі діяльність цього клубу. Ну, в прошлом году ми запустили такий проект бібліокаворкінг Fly Family. Чому Fly Family? Це літаюча сім'я. Тобто, прежде всего, он расположен на маму, которая должна все успевать, да, очень сейчас популярны фрилансеры, которые занимаются дома какой-то работой, и мама может прийти с ребенком, пока мама сидит у нас где-то в интернет-центре, или просто она решила чем-то заняться с подругами, обсудить что-то, мы занимаемся с детьми, это интегрированные занятия, это утренники, это различные мастер-классы, мы приглашаем специалистов, логопедов, психологов, социальных работников, которые вот тоже занимаются и с детками, и это очень интересно, что мы еще вот семейный клуб наш «Библиокрошка», мы организуем занятия по воскресеньям, то есть сейчас очень рано отдают детей в детский садик, буквально в 2 года, да, и не имеет мама возможности прийти с ребенком в такой день, поэтому в воскресенье для всей семьи можно найти занятия, потому что вот буквально у нас вчера... Щотижня це відбувається? Практически, да, каждую неделю. Вот у нас вчера было занятие для детей по моторике рук, мы развивающие у нас было занятие, все ушли очень довольные. На який вік розрахований? Тому що ми говоримо малеча-малеча, а малеча у нас от 2 лет и где-то до 5-летнего возраста. Потому что для каждой группы наших читателей мы находим занятия и свой подход. Йдемо далі. Клуб «Стильна штучка». Клуб «Стильная штучка» — это уже для девчонок 5-7 классов. Мы здесь, чтобы они и учились творческим каким-то находкам, и у них замечательный был досуг, креативное какое-то мышление, мы для них проводим различные и мастер-классы, и вечеринки, это неформальное общение, мы для них не библиотекари, а можно сказать такие подружки, которые не могут прийти за советом, они, к сожалению, у родителей они не всегда могут чем-то поделиться, и у нас тоже вот в первой половине дня, если мы занимались с малышами у нас было, то во второй половине дня у нас как раз наши были стильные штучки, мы делали весенние такие браслеты, потому что девушкам весной хочет преображаться, а девчонкам тем более, так что не с увлеченной, с лент делали замечательные браслеты, ушли очень довольны. Я зараз слухаю вас и розумію, що не тільки сучасна бібліотека – це більш широкий заклад, ніж просто заклад для читання, а й сучасний бібліотекар – це теж фахівець такого дуже, дуже розвинений всебічно. Ну, потому что, да, библиотекари сегодня, я и детских, и других библиотек, это они ну, универсальные библиотекари. Потому что мы, если наша библиотека, она имеет сайт свой, и мы имеем 3 блога, мы в социальных сетях, наш можно везде найти, и все это ведут библиотекари. Они разрабатывают выставки, они в электронно обслуживают, они придумывают различные мастер-классы. Мы очень много выполняем различных мероприятий на заказ, классные часы для наших школ. Мы сотрудничаем и с муниципальным коллегиум, который находится недалеко от нас, и школа-интернат, и у нас такие библиогастроли в отдаленные школы. Это и 22-я, и вот Рацадовская, и мы сотрудничаем с Большой Коренихой, с Домом творчества. Так что, ну, библиотеки очень много сейчас делают. Тобто всі ці заходи, про які ви говорите, вони анонсуються на сайті, в блогах. Да. Тобто ця інформація досить доступна. Звісно, можна зайти і узнати, і навіть потім зайти вже посмотреть, як пройшло мероприятие, посмотреть фотографії, може бути скопировать себе какие-то фотографии, хто був на мастер-класі, і узнати, що буде, наприклад, далі. Ну, крім того, вот ви говорили о клубах і кружках, то, що вот я говорила, творческая мастерская пчелка, то, що ми займаємося прикладним искусства. Это на який вік розраховано? Это уже, можно сказать, для младшего возраста. Это где-то от 6 там, до 10 лет.
Ребята, кто любят делать какие-то поделки своими руками, лепкой заниматься, оригами, квиллинг, они могут приходить и вот создавать, мы вот каждую среду этим занимаемся, делать какие-то вот такие подарки своими руками. Напевно, центр «Вікно в Америку» теж допомагає якимось чином реалізації планів різноманітних ваших клубів. Ну, у нас есть ребята, которые постоянно ходят, и мы каким-то праздником тоже проводим мастер-классы. Вот к Дню Святого Валентина мы будем очень красивые валентинки. Это же західне свято, яке запозичене для нас. Да, ну, это как раз американские свята більше. Да, поэтому как бы к этому празднику мы готовимся, и много у нас мероприятий таких, и Cinema Hall, это ребята там заказывают мультики или фильмы какие-то романтические, они могут прийти в любой день и сказать, вот мы собрались с компанией, там 3-4-5 человек, включите нам, пожалуйста, нам хочется посмотреть такой фильм, и мы это делаем, это у нас называется Cinema Hall. Скажите, пожалуйста, зустрічі якісь, от у нас досить часто в Миколаїв приїздять представники Корпусу Миру, наприклад, вони працюють в університетах, в школах, як волонтери, ви запрошуєте? Их так само ну, до у нас пока не было таких встреч, потому что как бы детская аудитория, скажем, ну, они больше рассчитаны, да, специфика своя есть, поэтому мы больше работаем с детьми, которые хотят учить английский, которые хотят что-то новое узнать. У нас очень уникальная есть всемирная энциклопедия, благодаря которой мы можем любую справку выполнить на английском языке. То есть, чтобы вам не задал учитель на английском, может ребенок прийти, спросить, и мы все там найдем. То есть, очень взять всю энциклопедию, да, англомовно, да. І отримати інформацію. Тобто і для навчання, і для дозвілля, і для всебічного розвитку. Для всього можна знайти. Якщо говорити про вік, який найпопулярніший серед читачів, відвідувачів бібліотеки, це молодші школярі, старші школярі? Ну, вы знаете, у нас есть как и младшие школьники, так и средние, так и старшие. Ходят все в библиотеку. Просто каждый находит себе какое-то, чем он увлекается, тем он находит. Вот для мальчишек у нас есть клуб масштабного моделирования. Да, техномастер. И вот приходит волонтер, который с ребятами занимается. Он рассказывает, как собирать эти детали самолета, военной техники. Им очень это интересно. Ну, это увлекательно. Кроме того, есть у нас клубы арт-студия «Акварелька», тоже изобразительное искусство. Кто любит рисовать, может прийти и учиться рисовать, и это, опять же, абсолютно бесплатно в библиотеке. Кроме того, для подростков мы организовали тоже в марте месяце, у нас открылся клуб «Арт-формат». Мы хотели наше подрастающее поколение познакомить с нашей талантливой молодежью Николаевской, потому что у нас очень много талантливых музыкантов, актеров, писателей, художников, фотокорреспондентов, журналистов. И вот у нас то, что вот мы уже видели фотографии, была встреча с Аней Атлановой, Светой Чебанова, Вова Мажора, это у него псевдоним Вейв, музыкант, он уже уехал, очень талантливый 16-летний мальчик, который сейчас учится в Киеве, и я думаю, что у него блестящее будущее, потому что он и сам сочиняет музыку, и поет на английском языке. Кроме того, у нас вот 12 февраля в нашей библиотеке встреча с вашими коллегами, с Евгенией Бардиной и вот Светланой Чебановой, и презентация ей новой книги. Разрахованной на подростков. Да, как раз именно на подростков, «Кама Свет». И вот будет художник-иллюстратор Светлана Чебанова, которая делала иллюстрации к этой книге. Поэтому я думаю, что для подростков и для детей это очень интересно, все, ну, прийти в библиотеку и найти себе увлечение. Ну, залишається зараз лише сказати, хто саме може зареєструватися і стати учасником вашої педагогічної бібліотечної родини. І що для цього потрібне? Ну, для записи в бібліотеку треба саме головне бажання, щоб ти захотів і прийти. Не обязательно ты можешь стать читателем именно сегодня. Ты можешь прийти на какой-то мастер-класс или клуб, или кружок по интересу, а уже на следующий день записаться в библиотеку и стать читателем. Кроме того, ну, мы записываем по нашим микрорайонам, а я говорила, что у нас 10 библиотек-филиалов, и в каждой из библиотек, наших детских библиотек, есть клубы и кружки по интересам. У каждого свое направление, это и краеведение, это экологическое, это и творческое, библиотеки семейного чтения. Так что приходите в библиотеки, записывайтесь, у нас действительно интересно. Я дякую вам за таку змістовну і яскраву зустріч. Сподіваюся, що дійсно
дійсно і наші глядачі зараз почули для себе корисну інформацію і сподіваюся на те, що після цієї програми кількість читачів, відвідувачів бібліотеки ще зросте. Ну, ми теж на це надіємося. Спасибо. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із представниками Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кубера та Віті Хоменка. Як ви самі могли переконатися, сучасна бібліотека – це широкий заклад для всієї родини з можливістю для дозвілля, для організації різноманітних свят, цікавих зустрічей. Словом, головне – бажання, а можливості цікаво проводити свій час з користю і задоволенням є завжди. Дякую вам за увагу і залишайтеся далі з телеканалу «Миколаїв». На все добре!